Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья. Это ваш второй прогноз на 18 августа. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиака и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Паш. Паш жезлов. Получите известия, новости какие-то, сообщения могут быть здесь. Что-то вас подтолкнет здесь каким-то действием, потому что здесь что-то будет новое. Новая идея, мотивация, когда будете загораться чему-то новому, когда, может быть, появится новое желание, новое стремление, новая цель какая-то. И что-то захотите делать для этого. Это может быть еще обучение, когда будете обучаться чему-то новому, либо заниматься обучением своего ребенка. Также это какие-то новые начинания. Это как, например, записаться на спорт, записаться на танцы, может быть. Или здесь, знаете, будете решать какие-то вопросы обучения своего ребенка, как сдавать или отдавать его в кружок. Например, в какой-то, записывать его на какие-то, может быть, на спорт или, может быть, также на танцы отдавать его. Ну, здесь, может быть, какие-то новые возможности, новые начинания, начало нового проекта, может быть, начало своего дела, своего бизнеса или начало какой-то новой работы. Телец. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Получите известия, новости, сдвиг, прогресс в каких-то ваших делах. Здесь это очень быстрая скоростная карта, поэтому здесь будете в этот день очень активными. Также, может быть, куда-то полетите, поедете, состоится какая-то поездка. Может быть, для кого-то это и полет. Полетите куда-то, либо кто-то к вам приедет. Но здесь именно как будто появятся какие-то новые возможности, что-то сдвинется с места, получите наконец-то новости, которых вы ждете. Может быть, был момент такой, знаете, момент стагнации, не было движения, и вдруг здесь все резко повернется в позитивную сторону. И наконец-то вы будете получать, может быть, какие-то результаты. Результаты своих активных действий. Близнецы. Карта императрица, старший аркан. Чувствует себя комфортно. Здесь это какие-то достижения, получение какого-то результата. Это финансовый успех. Это изобилие, это роскошь, это, может быть, какие-то траты, связанные с вашей роскошью или комфортом, что-то покупать для дома, для себя, менять свой стиль, может быть, гардероб, пойти куда-нибудь в салон красоты, может быть, к парикмахеру сходить, или, может быть, маникюр, педикюрчик себе сделать, расслабиться или на массаж сходить. Здесь еще также, может быть, эта карта еще материнства. Это либо новости о беременности, либо, может быть, вы уже мама, то тогда здесь вы будете заниматься вашими детьми, больше будете проводить время с вашим ребенком. И здесь еще может быть, знаете, приобретать что-то дорогое, потому что здесь у нас энергетика планеты Венеры, а Венера у нас отвечает за финансы, отвечает за любовь, за красоту. Может быть, вы познакомитесь с кем-то. Может быть, на свидание пойдете. Или, может быть, здесь, знаете, проведете это время или посвятите, наверное, это время себе. Позволите себе большего, лучшего, что-то купите себе красивое, сходите куда-нибудь в какое-то место роскошное. Может быть, позволите себе какой-нибудь дорогой ужин. Рак. Девятка. Девятка чаш, достижения, получение результата, быть довольными. Это карта счастья, радости, успеха. Когда человек будет гордиться собой, своими достижениями,
что-то будет отмечать, праздновать, потому что будет повод здесь. Также это внезапный какой-то поворот событий, когда вы ждали чего-то, и вдруг резко что-то поменялось. И здесь такой вот приятный сюрприз неожиданный. Может быть, это подарок, может быть, это какое-то сообщение, встреча. Это, может быть, гости приедут к вам, или вы куда-то поедете. Ну, человек здесь остается довольным. Здесь получение результата. Или нужно будет в этот день просто порадовать своего внутреннего ребенка, позволять себе все. Это, как знаете, совет дня. Разрешите себе все и порадуйтесь. Лев. Карта повешенная, старший аркан. Здесь чувствует немножечко себя в подвешенном состоянии. Может быть, нету сдвига, нет каких-то перемен. Может быть, вы делаете что-то на данный момент, работаете над чем-то. И здесь как будто нету сдвига, нету какого-то результата, нету какого-то прогресса ваших действий. Здесь немножечко такой вот момент ожидания. Или, может быть, эмоционально себя будете чувствовать. Это эмоциональная реакция на что-то может быть. И, наверное, третий вариант бы предоставила, это как поглубляться, погружаться во что-то с головой, концентрироваться над чем-то, работать над каким-то проектом, концентрироваться на своей работе. Дева. Карта отшельник, старший аркан. Какая-то ситуация может проясниться, что-то станет ясным, понятным для вас, либо вы сами высветите себе какой-то новый путь действия. Также захотите провести это время, может быть, в одиночестве. Это как изолировать себя от какого-то общения. Либо это отпуск, это отдых, это ретрит, это какой-то санаторий. Или, может быть, вы обследование будете проходить, может быть, не здоровиться, например. Вы будете общаться с врачом, который будет выяснять причину вашего недомогания, ставить вам какой-то диагноз, может быть, например, лечение назначать. Или здесь вы в поиске чего-то будете в этот день, может быть, какой-то информации, что-то будете искать. Ну, судя по этой карте, вы это найдете. То, что вы ищете, вы найдете, потому что здесь что-то может проясниться, о чем-то вы можете узнать. Если что-то было скрытым, непонятным, вот здесь все всплывет. Может быть, вы самостоятельно что-то выясните здесь. Это как быть детективом, может быть, даже. Весы. Десятка. Десятка пентаклей. Завершение какого-то цикла, получение результата, успеха, удачи, какие-то везения. Здесь удачные финансовые инвестиции, получение денег от какого-то проекта, траты на семью, может быть, на недвижимость, какие-то ценные покупки будете делать, может быть, здесь. Или проведете это время в семье, куда-то, может быть, поедете, может быть, вы едете в отпуск, либо потратитесь на отпуск, либо потратитесь для своего партнера или своей партнерши. Или здесь получение денег. Может быть, это из банка, может быть, это кто-то возвращает вам деньги, либо кто-то оказывает вам поддержку финансовую, либо вы это заработанные деньги вашим трудом. Может быть, вы выполнили какую-то работу, потому что по десяткам это завершение, это кульминация чего-то, когда что-то заканчивается. Ну, здесь, естественно, вы будете довольными, довольными своим результатом. Проведете это время, может быть, даже в семье. Что-то отпразднуете, отметите, или желание ваше какое-то заветное исполнится. Скорпион. Семерка. Семерка мечей. Здесь убегать, уходить от чего-то, избегать кого-то, избегать общения с кем-то. Здесь именно что-то делать втихаря, за спиной. Что-то не договаривать, может быть, кому-то. Либо кто-то это будет делать вам по отношению, поступать так будет по отношению к вам. Человек, который будет рядом с вами находиться, и вы ему доверяете, может быть, он будет скрывать, что-то не договаривать или, может быть, обманывать. Либо, может быть, здесь это будет как по первому варианту, когда вы будете избегать кого-то, убегать от кого-то,
что-то не говорить, не захотите участвовать в каком-то разговоре, например. Но здесь нужно немножечко опасаться, потому что здесь лучше не доверять никому, не рассказывать ничего никому до тех пор, пока вы не закончите то, чего вы начали. Здесь лучше не делиться, здесь лучше не озвучивать то, что вы делаете, особенно если что-то связано с вашими какими-то целями на будущее, наверное. Вот, это какие-то, может быть, бизнес-идеи или еще какие-то идеи, ну, с вашим будущим, может быть, связано. Здесь лучше не делиться, не рассказывать, не говорить, потому что здесь еще может быть предательство, когда человек может либо обмануть, либо воспользоваться информацией, которую вы скажете против вас, что-то будет он делать за вашей спиной. Стрелец. Пятерка. Пятерка жезлов. Здесь такое немножечко напряжение. Здесь вы будете чувствовать это напряжение, давление от кого-то, да? Кто-то будет, может быть, давить, напрягать вас с чем-то. Конфликтная ситуация, споры. Кто-то будет провоцировать вас, может быть, на ругань, на скандал. Будет пытаться кому-то что-то доказать. Вы будете пытаться кому-то что-то доказать. Потому что здесь каждый человек захочет кому-то что-то объяснить, доказать, может быть, настоять на своем, проявить свой характер, не захочет отступить. Здесь еще, может быть, нужно будет полагаться только на себя, рассчитывать только на себя, потому что здесь вряд ли кто-либо поддержит вас в какой-то ситуации. В позитивном смысле это может быть какая-то игра, будете играть в какую-то игру, это как спортивные игры, может быть, соревнования какие-то. Либо это может быть конкуренция, это как перебороть или как там, я не знаю, своих конкурентов, вот. Это как сразиться с ними, может быть, что-то доказать или кого-то поставить на свое место, здесь проявить немножечко свою жесткость и выйти победителем. Козерог. Четверка. Четверка жезлов, семейная обстановка, семейный праздник, получение результата, достижение, успех и везение. Получите какие-то позитивные новости, которые вас обрадуют. Это может быть что-то связанное с вашей семьей или кого-то из членов семьи новость касается. Либо, может быть, это новости, связанные с местожительством, с недвижимостью, с какой-то поездкой, с путешествием. Или, может быть, это связанные новости из дальних земель, может быть, знаете, ну, там, где вы родились, может быть, вы переехали, и здесь, может быть, какие-то известия, новости можете получить от своих родителей, например. Или здесь какой-то прогресс, успех, получение результата. Здесь вы что-то делали, действовали, трудились, работали над чем-то, закладывали фундамент. И, наконец-то, здесь вы получаете результат. Результат, которому можно порадоваться, которому можно, там, знаете, из-за чего можно там, поделиться с семьей, отпраздновать что-то, отметить что-то. Может быть, это праздник, может быть, это кто-то вас пригласит на день рождения, на свадьбу, что-то будете отмечать или отмечать свои какие-то достижения. Водолей. Туз. Туз мечей. Начало. Начало чего-то нового. Новые какие-то возможности. Делать какой-то первый шаг придется. Подписывать какие-то документы. Подготавливать какие-то документы. Заниматься какой-то писаниной. Либо это документальные какие-то вопросы. Новые идеи. Новый проект, что-то будете, может быть, коммуницировать, общаться, узнавать какую-то информацию, собирать какую-то информацию, может быть, для чего-то, познавать для себя что-то, это как обучаться, новые навыки, новые идеи здесь, внесение ясности, четкости в какой-то ситуации, прояснять что-то придется, расставлять все точки над «и».
планировать, анализировать что-то, иметь какую-то стратегию, может быть, здесь, принимать какие-то важные решения. Но здесь нужно действовать обдуманно. Это как делать первый шаг в чем-то новом для вас, но действовать нужно будет обдуманно. Здесь нужно обдумать каждый шаг действия, наверное, что-то тщательно спланировать, прежде чем двигаться дальше, например, я бы сказала. Также еще, наверное, избавляться от чего-то в своей жизни. Что-то отрезать, убирать, прекращать делать то, что вам, может быть, мешает. Рыбы. Восьмерка. Восьмерка пентаклей. Стабильное финансовое положение, с финансами все в порядке. Получение денег. Получение денег за какой-то проект, за какое-то дело. Здесь, может быть, трудились и работали, выполняли что-то. Может быть, работали над каким-то заказом. Что-то для кого-то сделали и получите деньги. Либо, может быть, наоборот, получите новый проект, который принесут вам денежку. Еще здесь могут быть вариант, когда, знаете, вы обучались чему-то, учились какому-то мастерству, закончили, получили диплом или сертификат, а теперь вы можете этими знаниями воспользоваться для того, чтобы устроиться, может быть, на какую-то новую работу, например. Или и здесь в связи с получением новой специальности, здесь, может быть, повысит, например, вас или увеличит вам зарплату. Или вы можете взять какой-то новый проект на себя, например. Потому что здесь человек зарабатывает больше, лучше. Или вы выполните какой-то заказ, и кто-то вам заплатит больше, чем платили до этого, например. Вы будете в этот день поглубляться во что-то, концентрироваться, будете пытаться что-то выполнить. Может быть, вы плотник, ювелир, работаете руками или швея. Или, может быть, вы будете вкладываться во что-то, не знаю, бухгалтеру, например, да? Вот. Если нужна будет концентрация, что-то выполнить вовремя. Такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.